по многочисленным заявкам. Снимаем ролик. Специально для вас снимаем именно сегодня, потому что завтра еду в Иркутск выкладывать ролики. И следующие ролики смогу выложить где-то через неделю. Поэтому поспешили специально снять. Муж приехал с Иркутска, с дороги, говорит, давай снимаем. И сделаю печенюшку, пока меня не будет, будут жевать. Берем, и вам отсниму. Берем ребенка, ставим его обязательно возле стола, потому что без этого но-но-но никакого рецепта не будет. Значит, идем к соседям, позычаем грудничка. Не позычаем, а одалживаем. Одалживаем, вот. Это так, мы пошутили, теперь приступаем к рецепту. Значит, смотрите, нам понадобится овсянка, бананы и сахар. Все. Это все, что нам понадобится. Руки. Кстати, еще можно поэкспериментировать, бросить яйца. Да, я в последнем рецепте бросала яйца. Вот. Уже мы мелим. Беремся за ручку. Так, сейчас я возьму яйца. Смотрите, я брошу 2 яйца сегодня. Вообще, я скажу, изначальный рецепт, это уже модифицированный, да, получается, да, рецепт. Изначальный рецепт звучал так. Овсянка и бананы. Ну, можно еще кинуть сахар, бросить. Значит, я добавила яйца, и можно добавлять сюда корицу, ванилин, то есть по желанию, по вашему. Берем на один стакан 250-граммовой овсянки, один большой банан. И, значит, у меня здесь 3 стакана, ну, приблизительно яйцо на стакан. Давайте так, будем брать порцию приблизительно. Значит, стакан овсянки, одно яйцо, один банан и сахар по вкусу. Вот, что мы делаем? Мы сейчас дальше все покажем. Овсянку мы мелим на мясорубку. Вот таким образом. Видите, она сыпется вот таким этим. Значит, сразу скажу. Пробовала овсянку делать в блендере, не получается того эффекта. Вот. Пробовала, что я еще с ней пробовала делать, вот уже не помню. Ну, короче, самый идеальный вариант, это все-таки вот здесь. То есть именно на мясорубочку, она не очень мелкая, не очень крупная получается, отличная овсянка получается. Значит, оставляем, я потом доделаю, чтобы вас не мучить. А я покажу, что мы делаем дальше с бананами. Бананы тоже пробовала молоть с овсянкой на мясорубку. Получается очень тугая масса в мясорубке вот здесь. И она просто не вылазит. Все, оно таким сбивается комком. Поэтому я нашла выход вот такой. Берем банан, берем обычную штучку и начинаем его мять. Вот таким образом. Вот. Что делаем дальше? Чтобы вас просто не мучить сейчас, пока я помну все бананы, пока я все это сделаю. Значит, потом это все смешиваем сюда. Вбиваем яйца, высыпаем сахар, замешиваем. Покажу, как, какой замес должен быть. Вот такое, видите, оно не как тестом получается. Немного вот такой кашицы. И вот эту кашицу мы ложечкой аккуратненько будем выкладывать на этот противень. Вот такие печенюшечки. И в духовку на 300 градусов я делаю. Значит, сначала нужно, чтобы низ подпекся. Как только вы увидите, что подпекся хорошенько низ, стал таким коричневатым, значит, сразу переставляем наверх. Вот. И покажу уже, какие они выйдут. До какой это запекать. Не перепекайте, потому что будут сухими. То есть буквально чуть-чуть они становятся золотистыми, их можно вытаскивать. Ну, вот такие печенюшки у нас вышли. Сейчас мы их выложим. Видите? Коричневенькие такие, вкусные. Значит, они, когда их вытаскиваешь, как будто бы хлебцы, они мягкие. А потом, когда они остывают, они становятся более такими, похожими на печенье овсяное. По мягкости, по влажности. И сразу хочу сказать, что сахара я бросила, чтобы вам на заметочку, я сказала на вкус бросать, но вот я на нашу порцию, на 3 банана и 3 стакана овсянки, я бросила около, короче, 2 стаканов 200-граммовых сахара. Это хорошо сладкие, они такие хорошие сладкие, поэтому если вы любите мало сладкие, ну около стакана бросьте, чуть-чуть, может меньше, попробуйте на первый раз, а там определитесь. Показать, как они снимаются, видите, они очень мягкие. Пристают к противню. Ну ничего, они когда высохнут,
вернее, остынут, они станут более похожи уже на печенюшки. Ну, так вот, в принципе, рецепт показала. Печенье вкусное. Очень. Вот. Очень быстро, легко готовится. Мне очень понравился этот рецепт. Ну, вот так вот. По вкусу оно не напоминает овсяное, сразу скажу. Но вкусное.